Объем инвестиций в основной капитал Ненецкого округа за первый квартал этого года составил 4 миллиарда 220 миллионов рублей. Большая доля инвестиций, а именно 4 миллиарда 207 миллионов, вложена в сферу добычи полезных ископаемых. Увеличение объемов инвестиций в экономику региона обусловлено реализацией на территории Ненецкого округа проектов по геологическому изучению недр, разведке, обустройству и добыче углеводородного сырья на месторождениях Треца и Титова. Основой стабильности экономики региона является его инвестиционный климат. Для этого в регионе разработана дорожная карта, создан координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. Органами власти формируется прогноз потребностей регионального рынка труда в специалистах различных направлениях до 2020 года.